коллег Министерства здравоохранения в западной группе районов мы проводим впервые, по крайней мере, за последний какой-то обозримый промежуток времени. Это очень важное событие, потому что коллегия – это большой орган, который создается при Минздраве, который включает в себя большую группу участников, который выслушивает медицинские вопросы, медицинские проблемы, и потом совместно разделяет с нами их решения, делает свои предложения. И решением вот этих вот коллегий мы принимаем какие-то планы по улучшению, по изменению, по внесению каких-то перемен.